Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня играем на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. У них здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет, пацаны, такая ламповая серия, чисто серия будни игрока. Потому что я себе купил вот такой замечательный аппарат. Это Toyota Chaser. Это дрифт, просто пушка. Потому что у меня когда была слива, я на ней постоянно дрифтил на кольце. И потом я ее как бы продал. И у меня не было больше машин для дрифта. И недавно на стриме я увидел эту тачку за 8 миллионов и ее сразу же купил, потому что такую же машину потом продавали за 12 миллионов, то есть я ее реально по дешману просто купил. Она стоковая, на ней стоит нитро, но этого достаточно, чтобы на ней дрифтить. Можете вот сами посмотреть, просто врубаем нитро и пошла. Пошла родная в пляс называется, и просто можно не наваливать бочком, поэтому сегодня будет такая ламповая дрифтовая серия, скорее всего. Я вот хочу на нее номера купить, потому что как бы без номеров ездить такое себе. У меня на всех машинах стоят красивые номера, и на эту машину я тоже себе хочу купить как бы красивые номера, поэтому сейчас я напишу вип-чат, как бы поспрашиваю, может кто-то продает какой-то интересный номер недорогой. У меня как бы есть деньги, 44 миллиона, но эти деньги нужны для контента, чтобы в казик там ходить, чтобы снимать всякие видосики, помогать рыжикам, всякие эксперименты, поэтому бабки все тратить я не хочу. В любом случае я готов там выделить 4 миллиона номера, но я хочу какие-то ошки, наверное, скорее всего, было бы неплохо купить, поэтому давайте сейчас напишем вип-чат просто. Кто-то может быть продает. Все, пацаны, я договорился купить номерочек. Он, правда, не очень пиздатый, но я думаю, сойдет, потому что там есть цифра 8, пацаны. Вы знаете, то, что я обожаю цифру 8. И там номера нах 08. Да, это, конечно, не какой-то там полублат 3О878. Но я думаю, нах 08 тоже будет нормально смотреться на данном автомобиле. Поэтому потом можно будет еще в казе, кстати, съездить. Видите, у него тоже на чайзере стоят эти номера. Но они смотрятся неплохо, согласитесь. Нах 08. 8 смотрится очень даже неплохо, поэтому я думаю, можно их покупать. 798 ID моей машины. Я вот думаю, кстати, марк перекрасить, потому что мне в таком цвете он не очень нравится. Просто черный марк это банально, поэтому надо его перекрасить какой-то такой нормальный цвет. Ну хотя бы как минимум в белый можно его перекрасить. Че у меня тачка не заботится? Так, полетели просто. Перекрасим машинку и можно будет уже навалить бочком. Номера, конечно, не прям очень хорошие, но я думаю, сойдет. Все, пацаны, покрасил. Теперь он будет такой баклажан, чисто баклажанчик такой, фиолетовый баклажанчик. Теперь можно наваливать боком. Только давайте сейчас заедем, заправимся. Чисто под ламповая серия, знаете, такая серия игрока, потому что админ будни вам, я так понял, не сильно интересны. Но на данный момент я просто решил записать такую ламповую серию. На АЗС не столько топлива, серьезно. А сколько есть топлива? Тут бензин закончился, да? Понимаю. И что мне теперь делать? Ладно, поехали на другую тогда АЗС-ку, просто заправимся и будем потом наваливать боком. Вот тут можно бочком по наваливать, можно даже перекладочки поделать. Но честно, вот реально, этот марк лучше дрифтит, наверное, чем даже слива. Просто здесь такой, знаете, медленный дрифт, вообще такой медленный-медленный дрифт. И это прикольно, на самом-то деле, прям по кайфу. Можно так бочком, потом нитросик подрубаешь, все, пошла жара. Можно вот так вот вообще делать, смотрите. Какой угол держит, смотри, какой угол просто держит он. Вот реально тачка для дрифта прикольная. Я ради этого ее и купил. Просто у меня была слива, я на ней катался. Меня все устраивало, но я не хотел обратно сливу брать для дрифта, потому что хотелось чего-то нового, тем более Chaser это длинная такая база, знаете, такая баржа просто дрифтует. Это выглядит намного круче, чем слива. Ну и, конечно же, пацаны, надо съездить в казик, отбить свои деньги, потратить на номера. Надо 3 ляма просто отбить и все. Как бы сейчас немножко поиграем. Вот я не знаю почему, но я постоянно в казик играю. Каждый день я на родине играю в казино, хотя раньше такого не было. Сейчас, в последнее время, я реально подсел на казик, постоянно здесь играю. Поэтому сейчас залетим быстренько, пару ставочек сыграем. У меня есть 40 лямов, но надо вернуть свои деньги, которые мы потратили на номера, понимаете? Первая ставочка, 62, 4,5, проебал. Первая ставочка, я проебал. Ну, солю, пацаны, так солю. В принципе, как бы, небольшая будет потеря. Я, если что, 10 лямов обменял. Поиграем сейчас, возможно, повезет, возможно, не повезет. Хрен его знает. 5,2, отлично, забрал. Так, я пока что вернул свои деньги, но я еще не в плюсе. 1,2, обратно сливу пошли. Я понял. Понимаю, пацаны, понимаю. Не люблю это казино, потому что оно туда-сюда просто. 5 лямов, короче, я уже слил. Бля, я хрен знает, либо самому создавать, либо с кем-то играть. 2-1, сука. Такая дрочь просто, это казино, блин. А сейчас обратно я солью по-любому, блин. Это пизда, видите, один сливы просто. Хорошо, казино, хорошо. Без проблем. Можно еще поиграть на 10 лямов.
10 лямов я уже проебал, если кто не понял. Так, 3 ляма мы уже вернули свои. Хотя бы нужно уйти в небольшой плюс. А лучше хотя бы отбить свои деньги обратно. Да как так-то, блядь? Ну почему? Мне не везет сегодня. Надо сейчас 10 лямов сдвинуть, чтобы вы понимали, чтобы отбить свои деньги. Да, блядь, как это происходит? Я не понимаю, как? Я не понимаю просто, почему мне вообще не везет. Я 5 раз... Да, блядь, как просто? Вы видите это? Вы видите просто? Мне не везет. Пиздец, я уже очень много денег проебал. Я уже 14 лямов проебал. У меня осталась вообще хуйня. У меня тупо одни сли выйдут. Я даже это не снимал. У меня просто одни сли выйдут и все подряд. Мне реально не везет сегодня в казике. Надо было не идти. Я так дохуя расвинил. Ну, видите, обратно он выиграл, смотрите. У меня одни сливы просто, постоянно. Все, я сейчас просто этому Артему все деньги солю и все. Но я все равно в минусе. У меня даже 10 лямов нету. Все, пацаны, играю последнюю ставку. Я все проебал. Вот, последняя ставка. Все, что у меня осталось. У меня остается еще 20 лямов. Но на них я играть не буду. Ебал я в рот это казино просто. 1.3 просто тикать. Все, проебал. Все, в пизду это просто казино. Обоссанное просто. Обоссанное казино просто. Я 20 лямов слил, понимаете? Подряд просто. Вообще не винил. Вообще не винил просто. Вообще ни одной ставки почти не завинил. У меня там, например, было 50 ставок. Из этих 50 ставок я завинил раз 10 только, понимаете? И это полная дрочь просто, блядь. 20 лямов за 10 минут проебал, понимаете? Ну, это просто пиздец, пацаны. Я реально в шоке. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.